Смотрите, с приятного. Главного специалиста, который мы все знаем, который трудится на благо жилищно-коммунального хозяйства городского округа Раннего Высокого района за долгие-долгие годы. Ее юбилей. Не буду называть сколько, все знают, что 30. Татьяна Ильична, очень вас ценим, уважаем. Друзья вас очень уважают. Вы всегда очень неравнодушный человек. Благодаря таким людям наш городской округ, сейчас раньше район, всегда находился в одним из лидеров области жилищно-коммунального хозяйства. Так что спасибо. Долгий век вам. Здоровья. Спасибо большое за труд моего труда. Я постараюсь и дальше служить жителям нашего городского округа. Дальше в общем порядке у нас начинается, наконец, снежная пора, зимний период. Александр Михайлович, я вас оставляю у вас для группы техники, людей. Получая огонь, управляющая компания получает технику на дорогу, на товарах. 84 единицы, 87 единиц сейчас работают в дворах и на дорогах. Я имею в виду муниципальную сеть, 112 человек дополнительно. Все меры предпринимаются, если он сюда объезжал территорию, большие замечания не нашел, так что придрался. Значит, на региональной трассе сегодня была большая авария, там в районе как раз подъезжает дорога, надо машину в кювете, я понимаю, что, видимо, поздно просыпали, буду разбираться с вами, посмотрим, пока не жалко предложить. По региональной сети мы руководителя вашего поручения приглашали, в зале его не видели, но мы разберусь, продолжаем. Хорошо, с техникой. Что с техникой у вас? Булавна. У них есть сами булавное место. Да. Доложить. 40 единиц было в прошлый раз. Сейчас туда. Ну, я вам расскажу реальные единицы, которые сейчас вот сегодня на дороге. Значит, первое, Сергей Андреевич просил извиниться, потому что очень хотел быть, но Тресков там что-то в Мустартадоре какое-то совещание собрал. Значит, сейчас у нас с вами на дороге 18 КДМок, 11 тракторов, 11 тракторов и 32 человека живых, ручников. Ну, я тоже объехала свою сеть, в принципе, ситуация мы справились, объединение началось где-то у нас 7:30 ровно, 7:30 мы вышли. Вот про большую аварию в Анусино я пока не знаю, никаких я этих самых ЧП там не слышала особых, ну, может быть, с резиной проблемы были у людей. Тротуары тоже, вот остались, я проехала в детских тротуары, не обработаны, но сейчас машины, трактора пошли обработать. В городе тротуары обработаны, в Троске обработаны. Остановки чистим, мусор собираем. В принципе, мы подготавливаться начали вчера с вечера, водой занимались, гоняли воду. Ну, в принципе, вот по сравнению с прошлой неделей мы справились, вышли лучше с этой ситуации. Хорошо, спасибо. Уважаемый Андрей Геннадьевич, Александр Георгиевич, участники совещания. В целом обстановка характеризовалась как стабильная. Поступило более 600 обращений, из них 14 о преступлениях, 10 были раскрыты. Большая часть носит имущественный характер. В рамках контроля за содержанием дорог за прошедший период вынесено 9 предписаний, по 7 принято решение об устранении, по 2 отдельно мы тоже представим материалы, ну, для того, чтобы можно было на комиссии по безопасности дорожного движения их рассмотреть. В целом коллектив работает, в общем-то, к переходу на зимний период работы мы готовы. Остальное в рабочем режиме. Спасибо. МЧС. Уважаемый Андрей Геннадьевич, Александр Георгиевич, участник совещания. За прошедшую неделю произошло 4 пожара, пострадавших, погибших нет. В последнее время участились случаи взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах, так что убедительная просьба управления ЖКХ и управляющим компаниям обратить внимание на профилактическую работу по исправности газового оборудования дома. Соответствующую наглядную агитацию мы направим в адрес управления ЖКХ и управляющей компании. Также в рамках подготовки к Новому году, к новогодним мероприятиям, мы подготовили письма, на этой неделе будут направлены начальникам территориальных управлений с предложением
вы, скажем так, с предложением определить места для запуска пиротехнических изделий в обязательном порядке для упреждения пожаров от пиротехники. А также в управление потребительского рынка направим письма, чтобы при работе с предпринимателями, которые планируют осуществлять деятельность по продаже пиротехнических изделий, особое внимание обращали на наличие сертификатов и на представление сертификатов, чтобы у нас продукция была сертифицирована. Текущая плановая работа. Спасибо. Добрый день. Ну, можно сказать, что мы уже почти вступили в зимнюю пору. Значит, можно подвести работу определенную по сохранению участков зелеными насаждениями. За летний период было возбуждено 234 административных дела в отношении автолюбителей, которые оставляли свой транспорт на участках зелеными насаждениями. При этом программа «Добродел», народный инспектор в этом тоже принимает участие, и с момента начала этой работы уже 36 отзывчивых граждан обратились через народного инспектора к нам. По всем было принято положительное решение. Дополнительно хотел сказать о том, что сейчас проводится большая работа по приемку освещения. То, что делает администрация, освещает улицы, деревни. Значит, из последнего, значит, мы в графике, значит, замечаний по, ну, на уровне Московской области нету, значит, по крайней мере, по городскому округу Истра. Но, значит, при проведении проверки на детских игровых площадках, которые входят в программу КБПТ, это в Рождественно на улице Центральной было выявлено заниженная высота уровня светильников, и в деревне Павловская у дома 2. Значит, по Рождественно подрядчики исправили данную ситуацию, по Павловскому 2 обещали в течение этой недели все устранить, проверим. Кроме того, в связи с большим количеством обращений в жилищном комплексе Нахабино-сквер в деревне Исаково по загрязнению участка дороги с, значит, автотранспортом, выезжающим со строительных объектов, в отношении жилстроинвеста было возбуждено 3 административных дела. Проверка проводилась совместно с представителями администрации и полиции. И как результатом, значит, нашей работы, значит, пока временно приостановлено управлением архитектуры ордер на производство земляных работ до устранения всех причин правонарушений. И, Александр Геннадьевич, хотел бы обратиться с просьбой, значит, к нам обращаются многие организации по вопросу получения ордеров на земляные работы по аварийным ситуациям. Значит, в связи с тем, что аварийные ордера, вообще ордера сейчас оформляются через МФЦ, несколько затягивается этот вопрос. Аварии необходимо устранять, и организация обращается, что они не могут вовремя приступить к этой работе, потому что, ну, временной срок у них несколько удлинен. Если можно рассмотреть этот вопрос, как бы сократить получение организациями ордеров. Так, и хотел бы довести, что завтра у нас на базе администрации состоится с управляющими компаниями совещание по вопросам нарушения тишины и порядка в жилом фонде. Все остальное – плановая работа. Хорошо, спасибо. У нас, к сожалению, сейчас и законодательство, и рекомендациями предусмотрено только через МФЦ. Но этот вопрос сетями, насколько я понимаю, Александр Георгиевич утверждает, отработан. То есть одновременно начинается работа, одновременно обращаются заводы. Это, конечно, не очень правильно может быть, но в случае аварийной ситуации они не так чисты, в общем-то, где-то закрываем глаза на это. Поэтому этот вопрос по этой системе, по-моему, уже не стоит, да? Все наверное, мы именно на первом пути идем. Другого выхода просто нет. Добрый день, коллеги. Технические разрушения сети от Мособоэнерго за этот период не происходило. Да, у нас вот на сегодняшний день возник вопрос такой. Нам необходимо провести работы
земные работы на поселении Лучинское, да, в селе Лучинском. Там вопрос стоит на контроле губернатора, поэтому прошу все службы оказать содействие, все с тем, чтобы нам поставили срок 3 дня для восстановления и снабжения фермерского хозяйства. Спасибо. Говорили, что все было нормально. Геннадий Васильевич. Я. Услышал? Соцзащита. Добрый день. Мы делаем все плановые платежи по мерам социальной поддержки. И сейчас по распоряжению министерства в ноябре мы делаем двойную выплату по ЖКХ и РСД. То есть за декабрь в ноябре и за ноябрь, ну, соответственно, тоже в ноябре. Значит, в СМИ мы дадим объявление, ну, чтобы в январе люди на эти деньги не получат, только по уточнению. Это будет двойная выплата. И сейчас прошли изменения в законодательстве, то есть принят закон о прожиточном минимуме для пенсионеров, это для по выплате региональной социальной доплаты, то есть доведение ее до суммы 9527 рублей, а была в прошлом году 9161 рубль. Внесены изменения в порядок выдачи многодетным семьям удостоверений. То есть уточнено понятие «многодетная семья». То есть исключено понятие семьи, приравненной к многодетным. И теперь семьи многодетные, у кого совершеннолетние дети, но проходящие обучение по очной форме, которые были раньше приравнены к многодетным, теперь будут получать полноценное удостоверение многодетной семьи. Также изменения по санкурам прошли. То есть если... и еще вот по цифрам у нас в районе получается 1185 семей и 3755 детей, ну я имею в виду многодетных. А приравненных были 104 семьи и 313 деток. Ну то есть это, в принципе, вот такое очень хорошее изменение. И по санкурам. Очередь у нас на сегодняшний день, это по федеральному списку, 683 человека, но очередь практически не уменьшается, потому что где-то порядка 200 путевок нам дают, и за год все равно 200 человек инвалидов становятся в очередь. И сейчас при двух отказах, без причины, снимается, оформляется акт, снимается с очереди, и человек, ну, то есть получается в конец очереди. Но это тоже, в принципе, очень даже неплохо. А все остальное в рабочем порядке. Завтра везем на Международный день слепых в Королёв нашу делегацию. И 1 января на следующей неделе будет, 1 декабря на следующей неделе Международный день инвалидов, который будет проходить у нас в МВК, 325 человек со всей области. Ну и мы занимаемся, естественно, готовкой. Остальное все в рабочем режиме. Спасибо. Владимир Андреевич, Александр Горьевич, Вестинская больница, все в рабочем порядке. Вестинская больница. День текущей работы. Добрый день, коллеги. Налоговая инспекция в сжатом режиме. Там подрядчиков много, потому что отчетный период. Планы коллеги выполняем поступлением. О чем сообщить дополнительно? В субботу работаем тоже с 10 до 15 с физлицами по имущественным налогам. Поэтому ждем налоговплательщиков по вопросу. Хорошо. Вопрос есть? Александр Юрьевич, да. Коллеги, сегодня 15.00 комиссии Совета депутатов, а в четверг в 11.00 Совет депутатов. Прошу времени перебудить не 15.00, а 11.00. Все, спасибо.